Всем привет, уважаемые друзья, с вами Инуй. Перед тем, как перейти к нашему основному видео, я хотел бы очень быстренько рассказать вам о крутой программке, при помощи которой я записываю данные видео. Называется она Gekata и производит ее компания Movavi. Она буквально только недавно появилась на рынке, вот я спешу уже ее потестить. Значит, что она умеет? Смотрите, она умеет захватывать рабочий стол и игру. На данный момент я при помощи нее как раз все это захватываю. Наверняка вы сталкивались с такими моментами, когда хочется запечатлеть какие-то крутые видео там в игре, крутые моменты, поделиться с друзьями или оставить себе на памяти, или даже залить на YouTube куда-то, например. Все вот эта программка простенько вам позволит. Значит, здесь очень простые настройки. Вы включаете или отключаете системный звук, регулируете громкость своего микрофона. Сами можете выбрать, какой у вас микрофон здесь. Далее можете выбрать свою вебку, если хотите себя заснять на вебку. И вот в этой вкладочке мы выбираем с вами разрешение нашего экрана, частоту кадров. И при помощи этого ползунка можем выбрать меньший размер и меньше качество, либо максимальное качество, соответственно, размер файла больше. Далее в настройках мы видим, что программа полностью на русском языке, сама себя обновляет, сама отправляет данные о работе, если вдруг какие-то проблемы. Также вы можете захватывать видео в раздельные потоки и даже показывать водяной знак, если вам прямо хочется показать, что вы записали это видео при помощи программы Gekata. В данной папочке мы с вами выбираем, где будут сохраняться наши видео, где будут сохраняться скриншоты, да, потому что программа умеет делать скриншоты, и вы даже можете выбрать здесь, какой у вас будет формат сохранения этих скриншотов. Горячие клавиши. По умолчанию программа записывает на клавишу F10. F10 — старт записи и остановка записи. F9 позволяет сделать паузу во время записи. F8 делает скриншот во время игры. И F11 включает или отключает оверлей. Как видите, у меня в левом верхнем углу показывается частота кадров, мой DirectX, битность системы и количество свободного места. Это очень удобно, можно контролировать все это. Далее вы выбираете, что вы хотите именно показывать в данных оверлеях. Если вам что-то не нужно, вы можете убрать. И где эти оверлеи будут, соответственно, у вас находиться, в каком именно углу. Далее вы выбираете качество аудио и ваш аппаратный ускоритель. Я записываю при помощи своей карты NVIDIA GTX 1060, поэтому у меня NVIDIA GPU стоит. И далее здесь вы выбираете свою вебочку, да, любимую, которая у вас есть. И здесь вы можете выбрать ее, соответственно, разрешение, частоту ее кадров и сам размер видео, да, то есть вот в левом нижнем углу или куда вы ее переместите, или слева вверху, здесь эта программа все позволяет, насколько большое будет окошко, либо оно будет вот таким, либо оно у вас будет вот таким. Очень простая программа, ребят, рекомендую, также она позволит вам сделать настройки непосредственно вашей веб-камеры, то есть буквально в одно касание она настраивается и действительно очень удобно. Всем советую Gekata от Movavi.